чувства твои для меня утратила смысл, самое безумие ты предавала. Но душа моя рада, ничего больше не надо, и покой она вновь забывала. Знаю, ты меня так и знала, я твоей мечтой не стала, я не та. И дыхание чувствую я рядом, обниму тебя своим взглядом, а сердце пусто. Это сосиска в опасности. Я просто вокруг людей смотрю, чекаю. О нет, он не дышит, он захлебнулся. Бля. Твои товарищи погибли вон там. Вот и все, вот и похоронили сосиску. Так вон они стоят, нет? Так они ничего не делают. Ничего не делает. Я спасу вас, друзья. Я спасу вас. Спасатель сосисок прибыл на спасательную операцию. Ситуация нелегкая. Ой, бля. Ситуация, мягко скажем, патовая. Обычно сосиски застревают как минимум в люке. Но не в этом случае. Так как убийца сосисок. Убийца сосисок сделал свое грязное делишко. Что? Там ты видела, какая вода? Я тебе говорю, не надо. Чё там? Ногой хотела я схватить. Пальцами схватить? Мы ее не спасем. Понимаешь, я это? Я спасу. Как? Я их не ставлю. Бля, она уплывает, что ли? О боже, и вторую тоже, ебать. Герой-спасатель сосисок.
Вижу на ваши брата. Ебать, она почернела. Контрольная закупка. Как же это в ЧБ охуенно выглядит. Контрольная закупка. Оу-оу-оу, что происходит? А почему она так почернела? Почему она так почернела? Вижу рок на вашем роду. Вам надо срочно чиститься. Срочно, милочка моя. Ой-ой, мама дорогая. Ой, как все плохо. Ищите эти гробовые иглы в вашем полу в комнате. Боже. А чё она такая всратая? Почему она такая страдая? Воском. Махинация. Воск-терапия. Вот тут махинация. Блядь, ну что? Это эротика, реально. Блядь, это реально эротика. Что? Хуйня происходит. Чё, погасло? Нет. Просто ветер. Мне кажется, ли она белеет обратно? А, нет, показалось. Ну вот, дорогие друзья, и готов наш рецепт. Всего лишь 5 минут, и ваш завтрак будет готов. Осталось попробовать. Дело за малым. А блюдо называется бордель. Или нет? Лей. Нет, тут макросъемка огня. Прошепчу
тебе, ты мой. Еще один последний раз твои глаза в мои посмотрят, и слеза вдруг упадет на руку мне, а завтра я одна останусь без тебя. Но ты не плачь, не плачь. Так получилось, что судьба нам не дала с тобой быть вместе, где же раньше я была. Как поздно встретила тебя, но в этот миг я знаю, что теперь твоя, и только крик сдержу я завтра. А сейчас побудь со мной в последний раз, в последний раз. Пойми, теперь не думать не смогу я тебе. Сама не знаю, как позволила себе, чтоб ты любовь мою забрал в тот час, когда тебя увидела и прошептала да. Но ты пойми, пойми меня, ведь знаешь, как люблю тебя, люблю тебя. Так знай, тебя везде я отыщу, где б не был ты. Я и спешу тебе стихать через каждые 2-3 минутки открываем крышку и переворачиваем соль с прожаренной стороны на непрожаренную сторону.